О метео и астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. 30 июля по данным Гизметео в Северодвинске ночью ожидается 11 градусов тепла. Днем температура поднимется до 16 градусов со знаком плюс. Малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. Астрологи говорят, что завтра плодотворный день, обещающий успехи в работе. Удастся быстро решить сложные задачи и даже добиться значительных успехов в новых делах. Хорошо пройдут деловые переговоры, можно заняться и собственным здоровьем. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.